готовы, дети? Ни за что, капитан! Чё? Итак, каковы новости? Да отвечайте вы! Генерал, у нас хорошие новости. Мы нашли остатки от КВ-44. Отлично. А еще в том же месте был обнаружен какой-то КВ-6. Вроде как наш. Ясно. А вы чего такой грустный? У нас очень плохие дела сейчас. Хоть одну причину назови. Например, ракета со Сталиным и с главными советами разбилась. Что? Вот что я могу сообщить. А еще полностью экспедиция с КВ-6 была разломлена непонятным огромным монстром, чем-то подходящим на Ратта. Что за... Ладно, нам нужен новый монстр. Здравствуйте! Здравствуйте, генерал! Нам нужен новый монстр, но у нас совершенно нету ресурсов. Да блин! Но у нас есть запчасти от немецких сил. Хоть что-то. На основе этого будем делать монстра. Где все остальные инженеры? На других заводах. Почему не на этом? Так, тут совершенно делать нечего, только я остался главный инженер, поскольку это здание генералов, а я генерал-инженер. Ладно, давай вместе с тобой. Спасибо, генерал. Запускай! Запускай!